На днях на сайте Института изучения глобального антисемитизма и политики появилась обширная статья независимого исследователя Ариэля Когана, в которой автор говорит, в том числе и о антисемитских настроениях среди армян, как в самой Армении, так и за ее пределами. Коган пишет, что сравнение армян Карабаха, проживающих сейчас в зоне временной ответственности российских миротворцев, с евреями времен нацистской Германии совершенно неуместно. И вообще, как пишет израильский автор, некоторые армяне фактически отрицают право Израиля на существование, когда заявляет, что создание государства Израиль – это преступление, потому как они, армяне, якобы веками жили на земле обетованной. За комментарием на эту тему Баку ТВ.ру обратился к известному израильскому политтехнологу, публицисту Давиду Эйдельману. Единственное, что я не могу согласиться с тезисом, что в Армении неожиданно растет антисемитизм. Дело в том, что сразу же после развал Советского Союза, когда на территории бывшего Советского Союза стало возможно проводить всякие социологические опросы, то социологов, которые изучали проблемы ксенофобии, очень удивила одна вещь, которая выглядела неожиданностью. Самые высокие показатели антисемитизма обычно были у армян. То есть второе место, оно варьировалось. Иногда это побеждали кто-то благодаря антисемитским инцидентам из Украины, иногда из бывших прибалтийских республик. Но армяне четко держали первое место постоянно. Почему это считалось неожиданным? Потому что в советское время считалось, что армяне очень похожи на евреев, и поэтому евреи и армяне должны как-то испытывать по отношению друг к другу братские чувства. Я считаю, что это стереотип. Я не вижу, чем армяне больше похожи на евреев, чем, допустим, грузины или азербайджанцы, или любые другие жители Южного Кавказа. Такой стереотип существует и закреплен в огромном количестве анекдотов, типа «судился армянин с евреем, прокурор получил 10 лет». Однако вопрос то, что в армянском сегменте сети, как только начались мониторинг интернета, мы видим, что больше всего именно в армянском сегменте сети есть антисемитские высказывания, антисемитские выражения, нас всегда как-то поражал, о чем мы им плохого сделали. Это было и задолго до войны, до 44-дневной войны, когда Армения больше всех обвиняла Израиль, и вообще по их этих выступлениях можно было понять, что они воюют в первую очередь с Израилем, во вторую очередь с Турцией и только в третью очередь с Азербайджаном. Неправильное понимание, кто твой противник, оно обычно приводит к поражению в войне. Сегодняшнее же сравнение ситуации в Карабахе с Холокостом, мне кажется, вообще невиданное кощунство. Армянские лоббисты очень любят подавать какие-то бумажки о том, что сейчас происходит массовый голод 120 тысяч человек и так далее. Мне всегда хочется спросить, господа, мы знаем, что такое голод. Там, я не знаю, в какой-нибудь Руанде, в Африке. Это когда журналистов привозят и показывают им голодных детей, на которых садятся мухи, потому что это умирающие дети. Они настолько исхудали, они находятся в предсмертном состоянии и так далее. Скажите, а почему журналистов никогда не пускают в Карабах? Ту часть Карабаха, которая остается под армянским контролем, то, что называется, азербайджанцами называется Ханкинди, а армянами Степанакерт. Почему? Привезите, покажите им дистрофию Рубена Варданяна. Интересно будет посмотреть. Но вместо этого мы слышим обвинения всех и всего по поводу новой ленинградской блокады. И если это геноцид армян, что людей, подобных Рубену Варданяну и тех, кто проводит такие сравнения, надо судить именно за преступление против армянского народа, против памяти армянского народа.